Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Дима Талыбов просит выгнать с проекта Татьяну Графову, которая измазала его зеленкой вместе с Полиной Лобановой. А у Полины, считает Талыбов, были на то основания. Он ведь использовал ее и бросил. Если Таню не накажут, заявил Дима, то он уйдет с проекта. Теперь можно голосовать за уход Ольги Рапунцель с проекта. Ее кандидатура появилась в ТНТ Клаб в голосовании на вылет. У Марины Тристановны Абрамсон появился поклонник за периметром. Женщина получила красивый букет от Александра. Майя Донцова поймала Алексея Купина на переписке с Алианой Устиненко. Алиану пригласили на шоу, чтобы прокомментировать эту ситуацию. Девушка сказала, что для нее женатые мужчины табу, и с Лешей она общается исключительно по-дружески. Купин тоже утверждает, что Алиана его не интересует как женщина. Но выяснять дальше свои отношения ребята будут уже на острове любви. Андрей Чуев съездил в гости к Диме Дмитриенко и рассказал, как живет бывший участник. У него все нормально, он не спился, дома порядок, квартира хорошая, рассказывает Чуев. Другим человеком стал, так что верить надо в лучшее, и оно обязательно подтянется. Саша Артемова не налюбуется своим свадебным платьем. Наряд уже почти готов, она показывает его фрагменты своим подписчикам и пишет о том, что счастлива как никогда. Саша Черно получила предложение стать моделью на неделе моды в Москве. Она представит российского дизайнера Андрея Пономарева и закроет его показ в свадебном платье. Сергей Кучеров очень хочет познакомиться с мамой Юлии Ефременковой. Он надеется, что после знакомства мама поменяет мнение о нем. Ольга Бузова заболела, но лечиться девушка вынуждена в перерывах между съемками. Работу она не отменяет. Мэри Кулешова и Саймон Марданшин поругались, парень решил расстаться с девушкой. Он даже думает об уходе с проекта. Он признается, что влюбляется, но не чувствует отдачи от Мэри. Арина Африкантова похвасталась автомобилем, который только сейчас забрала, но купила еще до поездки на остров любви. Ольга Ветер опубликовала фото со своим молодым человеком. «Он не любит фотографироваться», – пишет она. «У нас всего от силы 7 совместных фото». Лиза Полыгалова стала чемпионкой Москвы. Она победила в категории «Фитнес-бикини» 1,72 м. Ольга Бузова снялась во втором сезоне сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». Ей досталась роль ведущей новостей. Бывший участник проекта Сергей Катасонов показал, как выросла его любимая дочь. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.